Не теряя ни минуты, с раннего утра как на центральных пешеходных улицах города и магистралях, так и в спальных районах, не покладая рук, трудятся дворники, расчищая тротуар от снега по старинке лопатами. Дедовский метод, конечно, срабатывает, но не в полном объеме. Потому в помощь снегоуборочная техника. Сегодня в уборке снега задействовано 75 единиц спецтехники коммунальных организаций, пескоразбрасывательные машины, погрузчики, тракторы и грузовые автомобили. 25 машин расчищают центральные магистрали и проезжие части. В работе также занято около 700 дворников. Коммунальник работает в усиленном режиме. Обеспечить проезжаемость сейчас самая приоритетная задача. Кроме этого, хотелось бы население попросить, чтобы они оказывали тоже помощь в уборке дворовых территорий. Потому что людей просто не хватает в такой ситуации. Я думаю, что сегодня к обеду должна уже стабилизироваться ситуация, мы спокойно будем убирать улицы. Транспортного коллапса, несмотря на утренний час пик и сложившиеся погодные условия, сегодня наблюдать не пришлось. Наверное, потому что процесс уборки в городе беспрерывен. Снег идет с ночи, но дух сотрудников дорожных служб не сломить. Они, во что бы то ни стало, стремятся добиться порядка и чистоты транспортных артерий Бреста, работая круглосуточно. Остаются без внимания остановочные пункты общественного транспорта и пешеходные переходы. Места, где поток людей постоянен. Эта зима, конечно, несравнима с прошлой, потому что в прошлом году, я скажу для сравнения, мы высыпали все 12 тысяч тонн пескосоляной смеси. В этом году уже больше 20 тысяч тонн. Ну и на прошлом году было не более двух недель таких снежных. В этом году практически с 1 декабря. Критической ситуации в городе нет. Нет сегодня проблем для проезда транспорта. Да, неудобства есть, немножко много снега. Кто-то еще опыт небольшой. Может, неудобно им ездить, но все улицы проезжие. Эрике хоть и удается держать город над Бугом в своих холодных снежных объятиях, но закаленных брещан сломить не получается. Проверку на прочность коммунальные службы города прошли на отлично. И машины, и люди к встрече с суровыми зимними реалиями подготовлены. Благодаря нашему начальству, нашим мастерам, у нас все сложено, у нас все под контролем. И мы работаем тоже тяжело, но стараемся почистить, чтобы было чистенько. Сейчас вот снегопады пошли, то есть работа. Меньше снега и работы, конечно, не так. Она всегда есть работа. А тяжело, не тяжело, мне как мужчине, что мне привыкать. Виктория Сащенко, Денис Величкевич, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.